Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил восстановить статус Дня Республики и сделать 25 октября национальным праздником. В связи с этим в области Абай ведется подготовка к празднованию Дня Республики. Запланировано проведение торжественных и культурно-массовых мероприятий. В праздничный день на центральных площадях области, в парках и скверах организуются массовые народные гуляния, ярмарки, выставки и концерты. В рамках праздника проводится патриотическая акция «Кыран елим Казахстаном». В начале октября во всех социальных сетях сообщили о мероприятиях и праздничных концертах. В целом, все проводимые культурно-массовые мероприятия и народные гуляния направлены на празднование Дня Республики. День Республики отмечался как национальный и государственный праздник до 2009 года. Спустя 13 лет в новейшей истории Казахстана он вновь стал одним из главных праздников страны. Мы считаем, что жителям и гостям нашей области, города, семей и районов будет на что посмотреть и чем насладиться. Уверены, что мероприятия оставят позитивный след как бы в настроении наших земляков. Также в преддверии Дня Республики планируется открытие ряда объектов и вручение ключей от жилья новым собственникам квартир. Ботагөз Дандыбаева, Аслан Ертісбаев, Аджижан Бисингазинов, телеканал «Семей».